Сегодня в республике стали известны имена лучших государственных служащих. Их выбирали на протяжении месяца в рамках ежегодного конкурса. Награды победителям вручили в Доме правительства. Лучших госслужащих Чувашии выбирают на протяжении 7 лет. Конкурс отмечает руководитель администрации главы республики, помогает выявлять сильнейших. За все время, что проводятся испытания, более 20 участников поднялись по карьерной лестнице. Чтобы одержать победу в конкурсе «Лучший гражданский служащий», было необходимо защитить проект. На суд экспертов поступило немало интересных работ. К примеру, главный специалист-эксперт Министерства информационной политики разработала систему мониторинга работы сайтов газет. На сегодняшний день мы благодаря данному сервису можем сэкономить время, чтобы решить более важные задачи, возложенные на Министерство информационной политики Чувашской Республики. Мы очень надеемся, что наш проект пригодится другим министерствам и ведомствам. Мы готовы помочь его внедрить, и тогда любые органы власти смогут установить данную систему в подведомственных учреждениях и следить за эффективностью работы их сайтов. В Доме правительства наградили и лучших муниципальных служащих. Эксперты отмечают, что проекты победителей конкурса отраслевые министерства должны взять на заметку. Такие конкурсы нужны, потому что это профессиональный уровень свой проверяем. Пообщаемся с коллегами и как-то готовишься, документы изучаешь, закон изучаешь.